Владимир Ильич, ну хорошо. Смотрите. Ну а вот сейчас, извини, Ксюш, раз уж мы об этом заговорили, я хочу, Владимир, вы-то какую тактику предпочитаете? Вы то, что Навальный говорит, забастовка избирателей, или то, что говорят там, то, что другие оппозиционные кандидаты, Явлинский, Собчак, идите, голосуйте за нас, тем самым можно как-то изменить характер режима и его политику. Я думаю, что в настоящее время изменить ничего нельзя. Но показывать власти можно каким-то образом, но это все равно хождением или не хождением. Я предпочитаю в таком случае не хождение, потому что мне это проще. Я просто лежу на диване и протестую. Но я не прихожу. И значит, если нас, лежащих на диване, будет очень много, да, то власть это заметит. Не случайно в советское время самое главное было прийти, да. Прийти, а там уж дальше... Владимир Владимирович, власть заметила уже несколько лет назад, что мало стало, стали ходить, и они просто сняли, как это называется, барьер вот этот вот. Да. Ну и что? Да. И через день все забудут, сколько там пришло народу. Но у нас изменения произойдут не от этого.